подарок на 300 миллионов. По-настоящему хорошая мировая клиника. В Нижнекамске открыли вторую поликлинику. Малышам на радость. У нас с женой двойняшки растут 3,5 года. Вот, наконец-то мы дождались. И рады, что будем водить в этот садик. В Нижнекамске появился новый детский сад. Кадетский корпус масштабно обновился. Сегодня там открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Смертельный уикенд. Удар был очень сильный. Легковушка попала под КамАЗ. Здравствуй, школа! Три тысячи первоклашек сели за парты. Назло непогоде. Я думаю, что здесь, на самом деле, большинство друг с другом знакомы. И поэтому, так сказать, царит атмосфера. Да. Как нижнекамцы отметили День города? В эфире итоговый выпуск новостей на канале НТР. В студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Насыщенные на открытие дни выдались в Нижнекамске. В День города и в День знаний распахнули свои двери сразу несколько новых объектов. О каждом мы расскажем подробно. А начнем с самого значимого. В Нижнекамске открыли поликлинику европейского уровня. Шли к этому 23 года. На открытии побывал наш корреспондент Алсу Юматова. Еще с первых минут пребывания премьер-министра республики в новой поликлинике стало понятно, что уровень впечатлил. Не зря Эльдар Халиков сразу отметил, что новая поликлиника не уступает европейским медучреждениям. По-настоящему хорошая мировая клиника. Не только татарстанский уровень, не только такой российский уровень. Хороший международный, немецкий, австрийский, сингапурский уровень. Говорю, не случайно был в таких клиниках. И поверьте, здесь есть вещи и получше, здесь есть вещи и получше. Не просто давался, скажем так, этот ребенок большой, но это случилось. И это действительно станет тем уровнем вот, того качества, того содержания технологического, который нам уже позволит или нас будет определять и вести по необходимости создания условий и других существующих медучреждениях. И с этим трудно не согласиться. Открытие новой поликлиники даст возможность нижнекамцам своевременно получать первичную амбулаторную, медицинскую и специализированную помощь практически по всем направлениям. Именно здесь пациенты смогут пройти реабилитацию после травм, инсультов, инфарктов. Для этих целей укомплектованы физиотерапевтические кабинеты. Клиника не для врачей, да пусть меня простят врачи. Правильно? Абсолютно. Клиника для пациента. Вот это вот принципиально. Вот сейчас нам надо менять вот эту вот идеологию принципиально. Каждый раз, вот там 5 чтений они прошли, они мне все показывают, как для врачей. Я говорю, хорошо, мне как для пациента покажите. Где он заходит, где он, куда он приехал, машина вышел, как он дошел, что ему сказали, как он поднялся, где он разделся, куда он в туалет сходил, где он это самое, где он посидел вот, после процедуры. Кстати, отдохнуть, в том числе и после сдачи крови, пациенты поликлиники смогут в кафе. И этот анализ теперь будут брать только из вены. Необходимость посещения 2 кабинетов исчезла. В новом здании появился малодозовый флюорограф, новый рентген-аппарат. Аналоговое изображение, то есть предыдущих поколений аппарата, это цифровое изображение. И, соответственно, качество можно визуально оценить, что оно в разы отличается. И для облегчения диагностики, для выявления мельчайших изменений можно более детально оценить, выявить и уже, соответственно, заключение для лечащего врача предоставить. Новое оборудование обошлось 60 миллионов рублей. Всего же на строительство этого медучреждения из бюджета республики было выделено более 300 миллионов рублей. Сейчас главное сохранить сделанное и усовершенствовать связь врача и пациента. Это во время беседы с терапевтом Ириной Мальковой отметил глава правительства. Эльдар Халиков предложил изготовить визитки, чтобы каждый нижнекамец знал номер телефона своего врача. Раньше у нас не было возможности, чтобы каждому доктору представить отдельный кабинет. На сегодня у них у каждого свой кабинет, свой участок имеет все. При том, что значит, не хватает все-таки докторов, мы сделали, значит, укомплектовали дополнительно фельдшерами их участки. Кстати, в ближайшее время появится возможность привлекать новых специалистов. Старое здание второй поликлиники отремонтируют, и там смогут жить врачи. А для тех, кто уже работает, открытие такой современной поликлиники – стимул оказывать медицинскую помощь еще лучше. Тем более, что сейчас для этого созданы все условия. С новосельем! Ура! Поздравляем!
Без преувеличения можно сказать, что открытие новой современной поликлиники – это настоящий подарок для нижнекамцев ко дню города. Свои двери для первых посетителей новая поликлиника откроет уже в конце следующей недели. Посещать ее, лечиться и проходить профилактику здесь смогут 80 тысяч нижнекамцев. Алсу Юматова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Но сегодня в 31-м микрорайоне открылся детский сад. Оценить новое дошкольное учреждение приехали заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов и премьер-министр республики Ильдар Халиков. Репортаж Натальи Лушниковой. Здравствуйте! Будущие жители Дома радости, так переводится название детского сада Соянеш, встречали высоких гостей разноцветными воздушными шарами, оркестром и стихами. Ожидали папы, мамы, да и весь микрорайон. Этого события жители 31-го микрорайона действительно ждали с нетерпением. Менее чем за год строители воплотили их мечты в реальность. У нас с женой двойняшки растут 3,5 года. Вот, наконец-то мы дождались и рады, что будем водить в этот садик. Совсем недавно в первую тройку проблем Нижнекамска входил вопрос нехватки мест в детских садах. Сегодняшняя тенденция обнадеживает. В этом году мы вводим в эксплуатацию, в строй 3 новых детских сада, 2 из которых на селе. И что очень важно, мы даем новую вторую жизнь еще 2 детским садам. Поэтому у нас практически 5 новых детских садов введены в эксплуатацию в этом году. На новоселье принято приходить с пожеланиями и подарками. Открытие детского сада не стало исключением. Я искренне желаю вам благополучия, в том числе и в этом детском саду, в этом микрорайоне, в вашем городе, который достоин уважения. Я благодарю и руководство города, и руководство республики, и призываю вас, гордитесь Татарстаном, он того стоит. Пусть вот как солнышко, которое светит сегодня в небе, будет в ваших семьях, в ваших душах, чтобы мальчишки и девчонки, которые придут сегодня в этот детский сад, обязательно достигли того, чего хотят их родители, того, чего хотят они сами. Ну и, конечно, подарок от правительства республики, сертификат на 100 тысяч рублей. Берем лесно. Экскурсия по детскому саду не обошлась без сюрпризов. На кухне гости помогли малышам приготовить к обеду кашу «Дружба». Да, мы впервые готовим вместе с вами. Так, попробую сейчас. Каша просто экстра-класс. Красивый, яркий и эффектный. Каждый уголок нового дома для малышей продуман до мелочей. Большая благоустроенная территория, просторные веранды, современные игровые комплексы, закрывающиеся песочницы. Внутри сада музыкальные и спортивные залы, уютные светлые группы с отдельной комнатой и кухней, спальня и комфортными с учетом роста детей санузлами. В ближайшее время здесь смогут заниматься 14 групп, 4 из которых на татарском языке. Особенность нового детского сада в том, что у него есть еще и 3-й этаж, несущий в себе административную функцию. Хотя есть и исключения. Например, кабинет английского языка. Наталья Лушникова, Ренат Харасов, Новости НТР. Сегодня же не менее важное событие произошло и в жизни нижнекамских кадетов. Для них открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Александр Комаров расскажет подробнее. Сегодня кадетский корпус посетили не только ученики и их родители. Посмотреть на то, в каких условиях будут жить и учиться кадеты, приехали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, главный федеральный инспектор по республике Ренат Тимирзянов, глава Нижнекамска Айдар Медшин. Сегодня что такое фуганок, что такое киянка, не все знают, к сожалению. Здесь вот навыки попадают у нас 3 раза в неделю. Поэтому вот это ничего здесь сверхъестественного нет, но необходимые навыки мы здесь создаем и обеспечиваем. А смотреть было на что, ведь кадетский корпус в последнее время преобразился. Теперь кадеты будут соревноваться не только в игровых или силовых видах спорта. Совсем недавно в кадетском корпусе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает в себя еще и комфортный бассейн. 25-метровый бассейн глубиной 8 метров, специальная лаборатория, да и сам физкультурно-оздоровительный комплекс были построены в рамках программы «Кадетство». На линейке
скамейке курсанты стояли без цветов, а за спинами у них не было портфелей. Зато строй они держали ровный и все внимательно слушали наставления. Кадеты, сегодня в строю 252 воспитанника. Кто-то из вас уже помышляет о будущем получении профессии. Кто-то делает первые шаги в коллективе, пропитанном воинским братством. Я обращаюсь к офицерам, стоящим в строю со своими воспитанниками. Будьте для них личным примером. Я сегодня здесь после открытия впервые. Сказать, что рад, это будет очень мягко, я восхищен. И тем, как строители в кратчайшие сроки построили к 1 сентября прошлого года основной корпус, какой замечательный бассейн и спортивный комплекс построили к 1 сентября этого года. Ну и, конечно, к тому, какие требования, какие условия были созданы для наших кадетов. Сделано все для того, чтобы вы, уважаемые кадеты, росли настоящими патриотами, и морально, и физически развитыми. Я поздравляю вас с этим событием. Желаю вам успехов в учебе, в спорте, в физическом воспитании. Школьники на плацу, родители наблюдают за детьми со стороны. Но стоит отметить, что сегодня они приехали не ко всем курсантам. География воспитанников корпуса обширная. Кировская, Нижегородская, Самарская области, Пермский край и Республика Башкортостан. Всего 252 ученика, из которых 54 – это новобранцы. Я с самого детства мечтал об этом. И в интернете начали искать. И вот именно мне понравилось Татарстанский кадетский корпус. Мне сразу тут очень понравилось, даже с фотографией, даже с сайта. Потом я узнал, что тут еще есть бассейн, и мне еще сильнее сюда захотелось. Ну, я мечтал с детства стать патриотом своей страны, хотел родину защищать и учиться здесь, стать военным, в армию хотел. Курсанты стройным шагом под музыку разошлись по своим кабинетам, а уже скоро у них произойдет еще одно знаменательное событие. Новобранцы примут присягу. Александр Комаров, Максим Липин, новости НТР. Большой подарок для нижнекамцев и гостей города от нефтяников. Речь идет о сквере Танека, который торжественно открыли в день города. Новый сквер горожане сразу же прозвали «сказкой под открытым небом». Поистине, этот подарок достоин восхищения. Новый сквер – это территория безграничной фантазии, место, где можно не только отдохнуть с семьей, но и помечтать и получить эстетическое и культурное наслаждение. Подробности в материале Екатерины Разиной. Окунуться в атмосферу сказки под открытым небом пожелали сотни горожан. И это несмотря на то, что погода была совсем не сказочной. Однако августовский дождь не смог помешать праздничному настроению нижнекамцев. Интерьер парка удивлял, поражал, восхищал и горожан, и гостей города. Мы просто попали реально в сказку. У вас так все благоустроено для народа, для молодежи. Вот ваши руководители, конечно, молодцы. Я тут недалеко живу, радуюсь, что в этом районе живу. Мы каждый день выходим, гуляем здесь. Спасибо, молодцы. Желаем успехов в работе. Побольше подниматься все выше, выше, выше. С идеей благоустройства сквера выступило руководство Танека. Инициативу активно поддержало публичное акционерное общество «Татнефть». В течение года специалисты постепенно превращали это место в сказку. Теперь территорию сквера украшают необычные архитектурные формы. Огромный трон, цветочный шар, ночник, под абажуром которого легко можно спрятаться от дождя. Современные детские игровые площадки. Отдельного внимания заслуживает ель, которая будет менять свой наряд два раза в год. Семье Королевых из Заинска особенно приглянулась карета «Золушки». Фото на фоне этих нижнекамских достопримечательностей теперь украсит их семейный альбом. Мы вообще приехали в гости, узнали, что у вас здесь будет такое открытие. Хоть и погода грустная, но нам очень приятно. Так все здесь красиво. Ой, молодцы. И есть где детям поиграть, и взрослым полюбоваться. Спасибо, молодцы. Проделанную работу оценил и премьер-министр республики Ильдар Халиков. В день рождения города он прогулялся по сказочному скверу, аналогов которого, к слову, в республике нет. Сегодня здесь, в этом парке, который создан благодаря акционерному обществу «Татнефть» и «Танека», мы видим еще один восхитительный парк для нижнекамцев. Ну и я думаю, что больше в России в середине августа елка больше нигде не цветет, и больше вокруг елки хороводы, наверное, нигде не водят. Только нижнекамцы могли сначала придумать, потом сделать и радоваться этому всему. Я вас искренне поздравляю. Вы молодцы. С праздником! И я хотел бы выразить слова искренней признательности и благодарности компании «Татнефть», «Танека»,
за вот такой замечательный подарок в день рождения нашего города. Это действительно совершенно другой уровень культурного развития нашего города, который будет только продолжаться. И я с этим событием, дорогие нижнекамцы, всех нас поздравляю. С Днем города вас! Все средства на реконструкцию сквера выделены акционерным обществом «Татнефть». Это сказочное место, настоящий подарок нефтяников к 49-летию Нижнекамска. Екатерина Разина, Ренат Харасов. Новости НТР. Здравствуй, школа! Сегодня почти 28 тысяч нижнекамцев сели за школьные парты. Более 3 тысяч из них – первоклассники. По традиции, в День знаний во всех школах города прошли торжественные линейки и прозвенели первые звонки. Как это было в 29-й школе, смотрите в репортаже Адели Серазовой. Букеты, на лицах улыбки, а за спиной переполненные учебниками ранцы. Малыши счастливы, но пока не осознают. 1 сентября – это не просто праздник. Это начало образовательного процесса длиной в 11 лет. 1 сентября – это когда дети приходят первый раз в школу. Не страшно. Я буду тут очень много учиться. Для меня это лучший знак. Праздник сегодня очень хороший. А что такое школа для тебя? Школа – это где все учатся и знают обо всем. А пока малышей в первый учебный день встречают герои известных мультфильмов, за спинами первоклашек стоят их родители, переполненные волнением. Сегодня они отменили все дела, чтобы отвезти своих детей в школу. Родители переживают как никогда. Волнуюсь и переживаю. Торжественный момент, очень рада. Ну, переживал. Цветы купили, все купили. Как пойдем, как все будет, переживает. Боится немного, ведь в садике вроде лучше было. В школе ребята обретут новых друзей, и не только из числа ровесников. Верным другом станет и классный руководитель. Лариса Закирова выпустила уже немало начальных классов. Говорит, работать с малышами – это семейная традиция. Сегодня она начинает учебный год с новым составом первоклашек. Не в первый раз беру. Уже много было выпусков. Начинаю свой юбилейный 25-й год. Детей в классе 28. Ну, наверное, чувство волнения есть, страха нет. Торжественные линейки прошли во всех школах города. Всего в Нижнекамске более 3 тысяч детей, которые в этом году впервые сядут за школьные парты. Первоклашки обещают, учиться будут на отлично. На пятерке учиться? Да! В олимпиадах отличиться? Да! Толпа малышей сразу же ринулась в свои классы. И пока первоклашки лишь привыкают к школьной жизни, ребята постарше начинают новый учебный год со знакомства. Новичков в классе просят любить и жаловать. Сколько у нас теперь Артемов в классе? Три! Три Артема. Видишь, вы должны теперь все вместе 28 человек, как одна семья. Договорились? Да! В общей сложности в школы сегодня отправилось почти 28 тысяч учеников. Ребятам предстоит черпать знания, а их родителям запастись терпением. Адалия Серазова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Несмотря на усиленные меры безопасности, предпринятые сегодня в День знаний нижнекамскими автоинспекторами, без ДТП в этот день все-таки не обошлось. Под колеса автомобиля попала женщина и ее 2-летний ребенок. Авария произошла около 11 дня на нерегулируемом пешеходном переходе у торгового центра «Меркурий» на проспекте Строителей. Audi Q7, за рулем которой находился водитель 61-го года рождения, двигалась в сторону химиков. В итоге водитель не уступил дорогу пешеходам и сбил женщину 83-го года рождения, ее 2-летнего сына. Мальчик сидел в трехколесном велосипеде. Пострадавшие сразу же были доставлены в больницу. На месте ДТП ребенку был поставлен предварительный диагноз – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У его мамы различные ушибы. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. И в связи с этим обращаемся ко всем водителям, что начался новый учебный год. Убедительная просьба ко всем водителям при приближении к пешеходным переходам снижать скорость. А пешеходам переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу.
Ну а в выходные произошло ДТП со смертельным исходом. На первом километре автодороги Южной водитель 14-й, следуя со стороны Танека в сторону города, выехал на встречку и залетел под КамАЗ. Скорее всего, водитель не справился с управлением из-за сложных погодных условий. В тот день шел дождь. В результате ДТП 22-летний водитель 14-й и его 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Удар был очень сильный. Практически после удара КамАЗ еще эту машину метров, наверное, 15 обратно протащил. То есть, скорее всего, для водителя КамАЗа это тоже была неожиданность. Проверка на прочность. Нижнекамск на 9 дней остался без горячего водоснабжения. По завершении капитального текущего ремонта в трубопроводов требуется обязательная прессовка для выявления возможных мест прорывов. Температура теплоносителя снизится до 40 градусов. Ориентировочно возобновится горячее водоснабжение в следующую среду, 9 сентября, в 7 вечера. И вернемся к празднованию Дня города. По традиции, все началось с демонстрации. Несмотря на пасмурную погоду, сотни горожан вышли, чтобы посмотреть на это шествие. В колонне демонстрантов прошла и Айгуль Яблонская. Демонстрация, посвященная 49-му дню рождения города, больше напоминала флешмоб. Многотысячное шествие из разноцветных зонтиков прошлось по всему проспекту Мира. Ни пасмурная погода, ни даже проливной дождь не испортили настроение нижнекамцам, которые пришли посмотреть на это зрелище. Настроение прекрасное, организация отличная, лучше быть не может. Тем более, сегодня мы отметили 49 лет, а я начинал с первого колышка здесь. Когда я пришел сюда, пустырь была, хлеб просто здесь. Я им поминать лес просто. Так что это мой город. Мне все очень нравится, во-первых, потому что в эту улицу наконец-то вдохнула жизнь. Так все красиво, так все красиво. Люди красные. Это действительно, прям вот несмотря на погоду, все вышли. Пусть даже по фронтами, но это так все красиво. Вообще прям очень праздник, прям чувствуется. Почетные жители нашего города – врачи, педагоги, строители, рабочие. Около 5000 человек. 22 колонны прошли от перекрестка проспекта Мира и улицы Багюрманче до самого кольца Менделеева. Участников праздника с почетной трибуны приветствовал Айдар Меджин и руководители крупных градообразующих предприятий. Около 3000 человек следили за парадом на сайте нашего телеканала в режиме онлайн. Очень понравилось праздник. Очень приятно, хорошо организовано. Дождь не помешало. Погода не прекрасная. А сейчас на Тукае. Ровно в 12 часов дня в парке Тукая планировалась большая развлекательная программа. Однако погода внесла свои коррективы. Но праздник все же не отменился. Он плавно перешел в библиотеку имени Габдуллы Тукая. Его именем названа улица. Был первым пограничником. Викторина для детей, конкурсы и, конечно же, подарки. Пока дети развлекались, взрослые с большим удовольствием читали книги. Но на этом празднование Дня города не закончилось, а только началось. Айгуль Яблонская, Максим Липин, новости НДР. Празднование дня рождения Нижнекамска продолжилось в парке нефтехимиков. Поздравляли город группа «Марсель», Виктор Салтыков, Эльмира Калимулина и Натали. Репортаж с концертной площадки моей коллеги Адели Сиразовой. Несмотря на моросящий дождь, нижнекамцы толпами следовали в парк нефтехимиков. День города здесь начали праздновать еще в 12 часов дня. Концертная программа стартовала с выступления местных артистов. Десятки душевных песен и ярких танцев. Нижнекамцы отдыхали душой. Хорошее настроение, прекрасный праздник. С ним города, счастья, здоровья, благополучия, семейного благополучия. Нам в городе все нравится. С праздником всех счастья, здоровья. Желаем Нижнекамску процветания. Горожане с удовольствием наблюдали за всем происходящим на сцене. Были среди зрителей и те, кто испытывал в этот день непросто чувство радости. Райхана Хайбуловна – первостроитель города. Она приехала сюда в 72-м году из Башкирии. Долгое время работала маляром. Осталась вот здесь, заработала. Скажите, как вам сегодня Нижнекамск изменился? Ой, нравится. Ой, очень даже изменился. Все хорошо, прямо настроение хорошее. Даже вот плакать охота иногда, вот увидишь.
что вот такой маленький город был, сделал такой большой город, красивый стал. Лучшие солисты и музыкальные коллективы города радовали нижнекамцев на протяжении 7 часов. Тем временем зрителей у сцены становилось все больше. За несколько часов на этой сцене сменилось сотни местных артистов, но кульминации концерта нижнекамцы все-таки дождались. На сцену вышла группа «Марсель». Степа и Женя, будучи студентами, создали группу почти 10 лет назад. В этом году «Марсель» отмечает свой юбилей. За это время ребята сочинили множество песен, каждая из которых, по мнению молодежи, несет глубокий смысл. Нижнекамские ребята выступали впервые. И, как признался солист тройки Степан Литков, наш город напомнил ему родину. Певец родом из северного Нарьян-Мара. Я думаю, что здесь, на самом деле, большинство друг с другом знакомы. И поэтому здесь, так сказать, царит атмосфера. Да, теплая. Естественно, хочется поздравить город с днем рождения. Время улетает, как тень, от солнца палящего в самый прозрачный день. И как бы нам не хотеть, однажды нам крылья помогут наверх лететь. Группа «Марсель» поздравляла нижнекамцев на протяжении 40 минут. После на сцену вышла Эльмира Калимуллина. Эльмира исполняла и русские, и татарские, и зарубежные песни. Певица поздравила Нижнекамск с 49-летием и призналась, выступать здесь ей особенно приятно. Старшее поколение порадовало появление на сцене Виктора Салтыкова. Как говорится, самое сладкое на десерт. Приезда Натали в Нижнекамске ждали многие. Несмотря на то, что погода резко ухудшилась, зрители не собирались покидать концертную площадку. Одна из самых популярных певиц российской эстрады вышла на сцену в 10 часу. Нижнекамцы были в восторге. Натали зрители просили спеть на бис. Нижнекамцы получили неимоверное удовольствие. Завершился праздничный концерт и 49-й день рождения Нижнекамска завораживающим салютом. Аделя Сиразова, Евгений Лазаев, новости НТР. А на этом у меня все. Далее новости спорта с Вадимом Струминским и программой НЛ Клар. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 и 41 13 13. Также сообщения мы принимаем на сайте ntrtv.ru. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта лидер повержен. Футболисты «Нефтехимика» одержали верх над ижевским «Зенитом» и возглавили турнирную таблицу. Охота на барсов. «Нефтехимик» крупно обыграл «Барыс». Об этом и не только, сразу после рекламы. Грандиоз.
грандиозная распродажа в Арас. На все женские и мужские кожаные куртки скидка 60%. Новое поступление мутоновых шуб. Приятные подарки. Арас. Химиков 1. Магазин низких цен «Стройландия». Клей для плитки «Бауфпрофи» базовый 25 килограммов 129 рублей. Стяжка для пола «Бауфпрофи» основа 25 килограммов 127 рублей. Город Нижнекамск, Корабельная, 44. Дороги во дворах, ЖКХ, парковки, экология. Злободневные вопросы и актуальные темы. В программе «Прямая связь с главой». Задайте свой вопрос Айдару Метшину. Звоните по телефону 077, пишите на сайт ndrtv.ru. Программа «Прямая связь с главой». Скоро на НТР. На телеканале НТР спортивный обзор новостей. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Сегодня хоккеисты «Нефтехимика» проведут очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На домашней арене подопечные Владимира Крикунова скрестят клюшки с игроками омского «Авангарда». В прошлом туре оба коллектива добились побед. Ястребы на выезде переиграли «Трактор» 2-1. В свою очередь, нижнекамцы были сильнее казахстанского «Барыса» 5-2. Краткий обзор противостояния с «Барсами» прямо сейчас. После минимального поражения от автомобилиста 1-2 нижнекамцы были намерены реабилитироваться перед болельщиками. Правда, легкой прогулки в матче против «Барыса» нашим хоккеистам никто не предрекал. Стартовый период прошел в упорной борьбе и без заброшенных шайб. Первое взятие ворот зрители увидели на 33-й минуте. Михаил Жуков ловко поднял шайбу над щитками Лацо. Практически сразу же нижнекамцы заполучили возможность 4 минуты играть в большинстве. Своим шансом дружина Крикунова воспользовалась сполна. Тим Кеннеди забросил первую шайбу в КХЛ и сделал счет 2-0 в пользу «Нефтехимика». В этом же большинстве нижнекамцы забросили еще раз. На добивание расторопнее всех оказался Андрей Стась. На 6-й минуте третьего периода казахи удалились вновь. И вновь нефтехимики не простили своих оппонентов. Счет до крупного довел Максим Березин. 4-0. Как известно, аппетит приходит во время еды. Вот и форвард нефтехимика Евгений Григоренко не пожелал уходить в этот вечер без заброшенных шайб. 5-0 к исходу встречи. В составе «Нефтехимика» в новом сезоне дебютировал Вилли Колпанин, который провел отличный матч. Фину оставалось 4 минуты до шатаута, однако сухарь на свой счет ему записать все же не удалось. Под занавес встречи хоккеисты «Барыса» выстрелили дуплетом и немного скрасили свое поражение. Но результат есть результат. 5-2 в пользу «Нефтехимика». Стоит отметить, что сегодняшний соперник «Авангард» сейчас находится на первой строчке Восточной конференции. Матч против омской команды начнется в 19:30. Текстовая трансляция будет доступна на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Футболисты «Нефтехимика» провели центральный матч 7-го тура первенства России среди команд зоны Урал-Поволжья. На домашнем стадионе подопечные Рустема Хузина играли против лидера турнирной таблицы клуба «Зенит» Ижевск. Для наставника нижнекамской команды этот поединок стал первым после возвращения в «Нефтехимик». Как показал итоговый результат, первый блин комом не вышел. Хотя началась эта встреча для команды Хузина не так радужно. На 3-й минуте матча «Нефтехимики» неудачно продолжили игру из-за боковой, за что тут же поплатились. Несколько касаний, мяч оказывается в ногах Ушакова, который со средней дистанции расстреливает Самохвалова. Опускать руки нижнекамцы не собирались. Спустя несколько минут химики пришли в себя, а к середине тайма сумели восстановить паритет. Владимир Ярославцев с передачи Морозова прошил кипера гостей. Однако стоит признать, что капитан «Нефтехимика» в этом эпизоде делал передачу из положения вне игры. Но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Счет на табло был уже зафиксирован. Голевая перестрелка продолжилась. Не прошло и 8 минут, как зенитовцы вновь вышли вперед. На этот раз они использовали стандарт. 2-1 в их пользу. Вообще, в первом тайме в штрафных обеих команд царил какой-то невообразимый хаос. Так, на 45-й минуте, когда главный судья уже потянулся за свистком на перерыв, капитан «Нефтехимика» Сергей Морозов вновь превосходно сыграл в штрафной соперника. 2-2. Клубы отправились в раздевалки. После прекрасного первого тайма команды продолжили дарить удовольствие болельщикам и во второй половине матча. Обоюдоострая игра никого не оставила равнодушным. Но пока зрители наслаждались футбольным действием, игроки решали конкретные задачи. Оба клуба были настроены только на победу. Более выносливыми в этом сумасшедшем темпе оказались хозяева. В заключительные 15 минут «Нефтехимик» дожал соперника. Дамшинский красивейшим выстрелом принес победу нижнекамцам.
3-2. Рустем Кузин и компания прошли первую проверку на отлично. Победа позволила нашим игрокам возглавить свой дивизион. На послематчевой пресс-конференции наставник нефтехимика не скрывал хорошего настроения. Проблема у меня сейчас одна. Я думаю, что в ближайшее время эта проблема исчезнет. Это ставить ударение на фамилии футболиста. Хотел бы поздравить хозяев с победой. Хорошая команда, но я считаю, что она бы могла, наверное, и так бы нас победить без помощи главного арбитра. Да? То есть, ну, по моим там, наблюдениям и смотрел запись, там, второй гол, первый гол с игры, третий гол рукой все подыграл Дамшинский. Счет на табло, его уже не изменишь. Поэтому еще раз поздравляю с победой. Проиграли, как говорится, битву, но не войну. 3 сентября нижнекамцы примут у себя дома игроков команды «Химик». К матчу с «Химиком» наши футболисты подошли со следующим очковым багажом. Теперь «Нефтехимик» – лидер своей зоны. Правда, лидерство это обуславливается лишь лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. «Нефтехимик» и «Зенит» Ижевск имеют одинаковое количество баллов. Далее фаворитом на пятки наступает «Челябинск» и «Сызрань-2003». Что касается «Химика», то после 7 игр футболисты из Дзержинска сумели набрать лишь 5 очков. Матч «Нефтехимик»-«Химик» пройдет в Нижнекамске 3 сентября. Начало в 6 вечера. К другим спортивным темам. В эти выходные Нижнекамск отметил свое 49-летие. Как это стало традицией, ни одно крупное празднование не обходится без спортивной составляющей. На этот раз масштабные соревнования состоялись на Солнечной поляне. Как оказалось, проливной дождь не помеха не только футболистам, но даже шахматистам. Любители этой интеллектуальной игры провели небольшой блиц-турнир. Всего же в рамках празднования Дня города нижнекамцы состязались сразу в нескольких видах спорта. Кто-то играет, наши дети, в шахматы, кто-то в волейбол, кто-то борется на руках. В общем, погода нам, спортсменам, не помеха. Самым крупным стал однодневный турнир по футболу среди команд городской любительской лиги. Футболисты тоже играли под дождем, однако на праздничное настроение это никак не повлияло. Праздничная атмосфера, музыка играет, все равно люди приходят, смотрят. Турнир удался, можно сказать. Сегодня все-таки празднуют наш любимый город свой день рождения. И это большая честь в день рождения сыграть, хоть даже пускай и однодневный турнир, но все равно это приятно. Люди видят, поддерживают. По итогам турнира победу одержал любительский клуб «Ягуар». И в завершении выпуска еще о футболе. В Нижнекамске состоялся финальный матч Кубка города. Встретились команда «Нижнекамск Нефтехим» и дубль основной команды «Нефтехимик». Фаворитом в матче считались дублеры, однако сенсационно со счетом 1-0 победа досталась «Нижнекамск Нефтехиму». Победный гол на свой счет записал Александр Дроздов. На этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды, а затем смотрите новости на татарском языке. До завтра. Цветные скидки в Камском заводе «Металлокровля». Только до 30 сентября скандально низкие цены на профнастил и металлочерепицу популярных цветов. Так, окрашенный профнастил S9 толщиной 0,5 мм всего 203 рубля. Встречайте осень ярко. Подробности по телефону 417004. Погода в Нижнекамске на 2 сентября. Ночью плюс 8 градусов. Плюс 11 градусов, малооблачно. Днем плюс 13 градусов, пасмурно. Вечером плюс 10 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха 73%.